Привет, друзья! В Киев приехал патриарх Варфоломей. Это Вселенский патриарх, Константинопольский патриархат. Кто знает, он главный в православном мире, и он как бы над всеми остальными патриархами. Вот если, скажем так, взять православную иерархию, то, чтобы было понятно людям неверующим, это что-то типа Папы Римского, только для православных. Может быть, не в таком объеме, но вот, чтобы вы понимали уровень этого человека. Сейчас в Михайловском соборе будет происходить служба. Я на нее сразу не попался. Почему? Потому что у меня есть фотокамера, туда с фотокамерами не пускают. Ну, будем говорить так, меры безопасности, я их даже понимаю. Почему? Потому что, ну, когда-то имел к этому отношение, и я понимаю, почему они с камерами не пускают, кроме журналистов, никого. Соответственно, сейчас подожду, ко мне придет человек, я ему отдам камеру, пойду с телефоном можно, запишу на телефон. Вот, и если я еще успею на службу, то я выложу вам это видео. Если нет, ну, ничего страшного. Вот, и сейчас вам в двух словах расскажу, что у нас происходит. Значит, смотрите. В Украине на сегодняшний день, если оставить остальные конфессии, у нас есть православная церковь и есть де-факто два, грубо говоря, больших игрока, две больших церкви. Значит, первая – это православная церковь Украины, это каноническая церковь, в которой есть Томос. Томос предоставлен вот этим же патриархом Варфоломеем, признанная основными церквями, православными церквями мира. И, собственно говоря, вот эта церковь сейчас и проводит тут рядом со мной в Михайловском соборе, в центре Киева, проводит службу, куда собрались тысячи людей, а я попаду туда чуть попозже, когда у меня заберут мою фотокамеру. Ну, бывает и такое, да. Что же касается... Есть вторая церковь. Вторая церковь – это церковь Московского патриархата. Как вам сказать, не хочу вдаваться в подробности, не хочу как-то кого-то обидеть, но извините меня, относиться к Московскому патриархату на 8-м году войны с Россией, ну я не понимаю, для меня это абсолютно неприемлемо. Ну, а есть люди, для которых это приемлемо. Ну вот, они ходят в эти церкви. Я туда ходить не могу по природе, потому что, ну вот, я вам, чтобы не обидеть, но, извините, Российская православная церковь освящает российское оружие. И это у них в системе, это не какой-то отдельный поп, что можно сказать, что они никого не представляют. Нет, ребята, у них сам патриарх Гундяев, он освящал, если продолжает освящать российское оружие, а потом это российское оружие, российская армия использует в Украине, в войне против Украины. Ну, извините меня, ну как это? А вы будете продолжать ходить в российскую церковь в Украине. Де-факто она, что там не говорили, чтобы опять-таки не обидеть. Ну, для, скажем так, для любого нормального украинца, так называемая украинская православная церковь, которая Московского патриархата, все-таки это скорее РПЦ в Украине, чем Украинская православная церковь. Просто потому что, этого физически не может быть. Ну как это упоминать в молитве Гундяева, который благословляет российское оружие, которым убивают украинцев, и после этого идти в эту церковь. А твои соседи, твои дети, твои внуки пойдут на фронт погибать от этого оружия. Ну, для меня вот это, ну, я не могу этого ни объяснить, ни понять, ни принять. Так вот, сейчас в Михайловском соборе происходят богослужения. Он у меня прямо за спиной. Вот там, не знаю, сейчас видно, сейчас очень разрослись деревья, он очень красивый и все, но подойти невозможно, СБУ охраняет со всех сторон. Дело в том, что фанатики русской церкви, видимо, известно о том, что готовят, видимо, или готовили какие-то гадости против Варфоломея. Соответственно, СБУ охраняет очень серьезно. Возможно, даже здесь будут путинские агенты с тем, чтобы каким-то образом навредить патриарху и обвинить Украину. Сами понимаете. Вот, то есть подойти к церкви очень близко невозможно. А чуть попозже, если у меня получится, я пройду, так сказать, фейс-контроль без фотоаппарата уже и зайду туда, сниму на телефон для вас. Вот такие вот пироги. Так что очень жаль, что, конечно, в Украине есть две церкви, а не одна.
Хотя, с другой стороны, пускай себе конкурируют. Я ничего против не имею второй церкви. Если кто-то считает, что нужно ходить в московскую церковь, ради бога, ходите в московскую, мне абсолютно все равно. Это ваше личное дело, это ваш выбор. Я никого осуждать не собираюсь. Просто я объясняю, почему я туда не ногой. Вот, ну, а кто-то ходит, ходит, пускай себе ходит. Вот, ну а вы подписывайтесь на канал и ждите обновлений. Соответственно, как только я попаду в Михайловский, если получится увидеть Варфоломея, я обязательно сниму, обязательно это выложу. Еще один момент интересный, я не знаю, пойдет ли он в Андреевскую церковь, у нас вообще красивейшая Андреевская церковь есть в Киеве, когда-то о ней снимал видео на другом канале. Еще зайду туда, интересно, работа расстреля, такая церковь шикарная, середина 18 века. Так вот, она далеко не самая старая, но вот зато самая красивая, наверное. Так вот, ее передали под богослужение как раз именно Константинопольскому патриархату, именно Константинополю. Вот, я не знаю, пойдет сегодня туда Варфоломей или не пойдет, но по идее это ихняя церковь Константинопольская в Киеве. И я думаю, что он ее обязательно посетит. Если посетит, если я там буду, ну, попытаюсь это дело снять. Нет? Ну, значит, нет. Вот, а вы пока что подписывайтесь на канал и ждите обновлений. А мы обязательно вам расскажем о том, что происходит в Киеве, в Украине и не только.